с Новой Годой. Турецкий дом. Кока-кола дом. Опа, санкционочка, господа. Уникальный объем, 2,5 литра. Это вообще нонсенс. Это нонсенс. Это я не видел ни в одной стране Европы, ни в России, конечно же. Вот тут тыры-пыры. Ну, как вы понимаете, состав точно такой же, в принципе. Да, мы помним, что только американская Кока-Кола имеет в своем составе кукурузный сироп, а все остальные одинаковые. Вот тут тоже по-турецки написано. И сейчас откроем. Ну, на вкус, может быть, это мои предрассудки, но как будто очень сладенькая, но при этом не сказал бы, что приторная, но... Но реально Кока-Кола. Базару ноль. Но немножко как будто бы кислит, понимаете? Вообще, в отличие от доброй колы, допустим, или от таджикской колы, которую мы уже... Ой, узбекской колы, прошу прощения, которую мы уже пробовали. Сейчас второй дегустатор попробует. Сегодня эксклюзив, пробует второй чел. За родину, за Сталина. Отличается от оригинала. Неплохо. От российского. Но что-то такое присутствует. Но, как мы видим, цвет типичная карамель черная, да? Ну, чем отличается, на ваш взгляд, мистер эксперт? Есть какая-то кислинка. Вот. Значит, мне не показалось. Вот так вот, ребятки, интересный момент.